научились находить в каждом дне какие-то моменты радости, научились ценить каждый день своей жизни, научились думать о себе лучше, научились фильтровать круг общения, научились отсеивать тех людей, которые не поддерживают тебя, научились держать удар, научились радоваться мелким вещам, просто научились быть собой, потому что истинный дух, он формируется в борьбе, в этом горниле. Как правильно сказал Никита Сергеевич Хрущев, хотел сказать, господи, не к ночи будь помянут этот черт вообще. Как правильно сказал Никита Сергеевич Михалков, он сказал, что да, это сложно на самом деле, когда человек попадает в такую мясорубку, в такие сложные жизненные обстоятельства, но он становится сильнее.